такая. Говорят, надо было побольше размера, но я так люблю приталенные вещи, так, чтобы бам-бам-бам-бам, вот так вот, да. А, блядь, пацаны, еще новости, ё-моё, я вчера-то стрим-то уже лагал, все, он там, я выключил. И позвонила тетя, бля, одна, из Epic Fighting'а, короче. Вот вам там, короче, раскрою маленькую тайну. Она позвонила, вот, и меня пригласили, короче, ну, это как правильно называется, на конференцию, да, это как правильно, или пресс-конференция, в общем, туда. Вот, но это в феврале будет, это самое. Ну, я спросил, я ей задал вопрос, я говорю, я могу себя вести, как я хочу? На что она мне ответила, да, это будет круто, можете даже ругаться матом. Ну, вот. И вот так вот, вот так вот. Вот, так что, в общем, короче говоря, на Epic Fighting Дона Симона пригласили. Я думал жюри, но вот пока на пресс-конференцию. Не знаю, чем закончится. Вот. Но там они третий, что ли. Я не слежу за этим. Вот. Я-то вообще основатель этих боев всех на этом. На Ютубе, блогерских в том числе. Вот. Поэтому вот пригласили.